Эпизод 4. Инновационные решения в области безопасности на протяжении всей истории. Силовой каркас с кольцеобразной структурой. Перед вами материал, взятый из архива. В Subaru краш-тесты проводятся с 1965 года. Их результаты вы можете узнать, посмотрев эту запись. 1965年にここのテスト構造の中にコンクリートの壁をですね、自ら作ってですね、そこに当時の 先ほど申しましたスバル360の車をぶつける試験が行われました。で現在はこうレールがあってかなりしっかりした設備のもと衝突の試験をするんですけども、当時はそんなもんありませんから壁にですね、の下の方に穴を開けて壁の反対側からロープで車を引っ張って、そしてそのコンクリートの壁にスバル360をぶつけた、そういう試験をしてました。 В те времена термин «пассивная безопасность» еще даже не существовал. Фактически, компания Subaru начала свое существование в качестве производителя самолетов. Безопасность и надежность – основная концепция самолетов, которая дала толчок техническому развитию Subaru. Вот некоторые фрагменты записи краш-тестов моделей Subaru 360 и ее прототипа P1. В те времена полевые испытания были намного более действенными, чем остальные. Subaru проводит испытания с имитацией различных типов столкновения на протяжении десятилетий. Subaru с самого начала не забывали и о безопасности пешеходов. それは当時は車が人にぶつかった時に、その後歩行者が地面に頭をぶつけて大きな怪我をしてしまうと思われたんですけれども、実はその前に車が衝突してまずボンネットとか Впоследствии инженеры Subaru разработали целый ряд систем для обеспечения безопасности пешеходов. バンパーを飛び出させたり、それからぶつかった時にバンパーの下から網を出してですね、ぶつかってしまった歩行者を拾ってあげようとか、いろんな試験研究をしていた時代があります。 Краш-тесты проводятся и по сей день. Различные испытания, включая фронтальные столкновения, проводятся в данном комплексе каждый день. Это стенд для проведения краш-тестов. С помощью стенда воссоздаются условия столкновения, давая исследователям возможность оценить уровень повреждения деталей интерьера автомобиля и степень тяжести травм пассажиров. Различные испытания могут проводиться снова и снова, при этом даже не нужно использовать реальный комплектный автомобиль.
法違反罪、まあ、一般的にもそう言われてますけども、車っていうのは基本的にはレールの上を走る電車とは違いますから、いろんな方向からこう障害物が飛んでくる、もしくは自分が飛んでって危害を与えるという形になりますので、まあ、そういう時に車の全方位をとにかく安全にしてあげなきゃいけない。スバルに関わるその外側の人たちに対する安全性にも配慮するという、そういう意味を込めて全方位安全という名称を使わせていただいています。Силовой каркас с кольцеобразной структурой был разработан для защиты пассажиров от ударов с любой из сторон. Почему у него в руках клетка с птичкой? Силовой каркас с кольцеобразной структурой разработан для защиты пассажиров от ударов во многом по тому же принципу, как клетка защищает находящихся внутри птиц. Эта фирменная технология Subaru способствует предотвращению деформации жилой зоны пассажирского салона вне зависимости от направления удара. Пояса жесткости кольцеобразной формы усиливают кузов в зоне ячейки безопасности кузова, рассеивая энергию ударов. Данная технология используется в моделях Legacy и Forester, признанных мировых лидерах в области пассивной безопасности. Особенно часто наивысшую оценку компания Subaru получала за высокий уровень безопасности пешеходов. Одной из причин такого успеха стало низкое расположение оппозитного двигателя. Благодаря такому расположению появилось пространство в передней части капота, которое поглощает энергию удара. Во время фронтального столкновения двигатель уходит под кузов, что предотвращает его попадание в салон. Subaru продолжает получать высокие оценки в области безопасности. あの高評価がついてきていると感じています。試乗事故をどれだけ試験室に置き換えて多くの事故形態を想定した研究をするかということにかかっていると思います。我々としては独自の試験方法を自分たちで考え出して、いろんなところで研究をすると、いろんな方向からぶつけたりだとか、いろんな箇所から物事を見るという、そういう部分で日々研究をしている段階です。Subaru собирают и анализируют данные, полученные от автомобилей, попавших в аварии по всему миру. Перед проведением краш-тестов воссоздаются условия реальных столкновений под различными углами. Как будет развиваться пассивная безопасность? Для улучшения показателей экологичности автомобилей необходимо стремиться к снижению массы автомобиля. 車を強化するとやはり重くなっちゃうんですね。それを重くしない、重くしちゃうと燃費が悪くなるということなので、軽くいかに強くするかっていうのは、燃費と衝突の両立っていうのは非常に大きな課題ではあるんですよ。軽くいかに強くっていうところがキーワードだと思いますね。材料の面から構造の面から非常に幅広い研究をもとにして、軽くいかに強くするかっていうのが技術力だと思います。Абсолютно понятно, что Subaru максимизирует технологии, чьи корни восходят к авиационному прошлому компании. Thank you.